Так, всех хорошо приветствую. 10.50.21. Второй, без реабилитации, второй день лютования. Первая находка. Что-то медное, блин. А, да это непонятное что-то. Я думаю, это монета. Но что-то фиг поймешь. Короче, я сегодня даже без реабилитации. Я сегодня даже без реабилитации. Не, это пуговица, это пуговица. Да, точно. Точно, пуговица царская какая-то еще похожа. Блин, до воды хреново не дойти, засасывает там грязь. Ладно, ищем далее. Без реабилитации второй день подряд. Хотя вчера ходил 10 часов. Охреневаем. Далее. Короче, я ее протер, смотрите, блин, какая красота. Американская, что ли, блин. Потом будем разбираться дома. Вот кто шарит, смотрите. Боб Штейн, что ли. Нормально. Блин, а сегодня день начался с зачета. О, прям горшки валяются, блин, на дне, старинные. Но железо дофига глушит сигналы, блин. Хожу что-то, пока ничего не нашел больше, кроме пуговицы. Ну, короче, что в итоге? Ходил я там больше ничего, кроме пуговицы-то не нашел. Попал под дождь. Ну и вот опять, походу, скоро дождь будет. Так, сейчас моросит немножко. В общем, надо минимум 2 дня реабилитации, иначе все, капец, я охреневаю вообще полностью. Фух. Включусь уже на следующем выезде. Нагрузил немного железа, килограмм 15, сейчас тащу хотя бы что-то, да? Чтоб раздобыть. Все, братаны, до новых встреч. Итак, все хорошо, приветствую, братишечки. Сутки реабилитации, я вновь выдвинулся. Пуговица оказалась по Первой мировой войне. Американская. Интересно, что сегодняшний день нам преподнесет, так сказать. Немножечко пореабилитировался вчера. Посмотрел сериальчики накопившиеся. Но пора продолжать наше велокопорское безумие. Блин, что-то сегодня ветер поднялся, я еще без наушников, хреново. Ладно, значит, приступил копать моднейший пляж. И вот первая находка, какой-то старый советский оловянный солдатик. Вот, надо будет почистить, но он такой в песке. Ну и, похоже, немножко попортился уже. О, прикольно. Хе-хе, находки есть. Местами на квадроциклах гоняли, песок расфигачили, надо будет еще походить, там может какие сигналы появились. Ладно, двигаем далее, первая находка есть. Блин, на здоровом расстоянии от того, от первого, второй солдатик. Вот, лежит. Уже в воде, считай, лазит. А он там, вон, возле камышей первый был, а тут второй, нифига их раскидало, блин. 15.34. В общем, переместился на другой берег, что-то там вообще сигналов нету. Ходил, ходил, ну не вообще ничего нету, не знаю. Сейчас чиферну. Здесь еще походим. Здесь были находки, но мусорка страшная. Поэтому может, в принципе, еще что-нибудь попасться. Короче, ходил, ходил. Половина седьмого уже. Кроме этих солдатиков сегодня ничего не попалось. Замок вот такой вот нашел. Здоровый. Ну, на металл пойдет. Как говорится, вот такой вот старинный какой-то замок. Ну, гнилой, блин. Смысла нет оставлять. Ладно, как-то так. Надо реабилитироваться повнушительнее, поконкретнее, пару дней. А там уже будем дальше думать, что куда выдвигаться. Ладно, братаны, до новых встреч. Так.
5 часов 41 минута. Что это значит? Это значит, что пора выдвигаться. Итак, 6 часов 30 минут. Прибыл на место. Сейчас походим по болоту еще. Сейчас уже здесь пару гильз копнул. Ну и вот первый какой-то интересный сигнал был. Какой-то браслет попался. Какой-то браслет. Какой-то браслет непонятный. Какой-то, в общем, браслет. Но вроде не из монет. Просто какие-то кружки, что ли, сделан. Но тем не менее, вот смотри, уже хабар есть какой-то. Ну-ка, сейчас я его полосну. Ну, по-моему, не монета, это что-то такое, да. Какая-то фигня. Ладно. Да. Такой какой-то браслетик. Интересно. Здесь в камышах, блин, эти камыши мелкие, вот молодые. От них катушка глючит. Ходить неудобно. Ладно, ищем дальше. Лазил сейчас там в болоте, в грязи. Нифига ничего не нашел бы. Залез тут в камыш, в тропинку. Ну и вот, смотрите. Серебро. Серебро пошло. Правда, сломанное. Похоже, спасишка. Да, что-то типа того. Ну, смотри-ка, уже серебро. Значит, тут в камышах надо лазить. А там что-то в грязи уже все, походу. Здесь вода стояла. Блин, жалко, камышом заросло, зарос заход. Это плохо, это плохо. Ну, вот где вот накатали, кто-то на квадроцикле здесь ехал. Я по этим следам сейчас пройдусь. Значит, может что-то еще попасться. Давайте полазим тут. Если ничего попадется, на другой берег поеду. Там, может быть, там по старине идет. Может быть, там еще что-нибудь найдется. Так, в общем, этот заход я добил. Больше тут пока делать нечего. Если только еще вода уйдет. В общем, такой вот браслет. Ну, хоть одна серебрушка. Сломанная, поломанная, спасишка. Да, вон, спаси, сохрани. Хоть одна серебрушка. Кстати, более-менее не сгнила, блин. То прошлое, отсюда же вот это вот... Олимпийская Москва. Вообще гнилое было. Так, ключичек попался. Какой-то шилик с какой-то надписью. Непонятный. Вон, не знаю, что это. По старине, не по старине. Непонятно. Ну, скорее всего, нет. Так. Потом 50 рублей. Ельцинских. 5 копеек. Советские какие-то поздние. 61-е, что ли. Да, похоже. Где-то... Ну, вот гильзач от Мосинки. Где-то еще ключик был. Что-то не вижу. Какой-то ключик еще где-то был. Короче, перемещаюсь на другой берег. Там еще полазим. А, вот ключик какой-то, да. Вот. Какой-то ключик. Ну, в общем, как-то так отсюда. Больше здесь пока делать нечего. Перемещаемся на другой берег. Итак, ну что ж, переместился на другой берег. И смотрите. Смотрите, колечко, елки-палки, еще одна вылетела. Хожу тут вот в таком мелком камыше, он, блин, ложные, ну, помехи дает. Ну, конечно, можно отличить, но неприятно ходить все равно. Так. Но по-чистому я просто хлопанул нормально. Не пойму. Ну, слушай, вес есть. Не пойму, что за металл. Серебро, не серебро. Бижутерия, не бижутерия. Просто на местами он какой-то красный. Но так весит вроде нормально. Цвет такой, то ли бронза. Непонятно. По-моему, бижутерия какая-то. В общем, в любом случае, будем чистить дома. И разбираться. Если не бижутерия, то я покажу. Ну, по-моему, бижуха какая-то. По-моему, бронза. Ну, такое здоровое. Ну что ж, приятно все равно. Ищем далее. Так, 9 часов. Был еще сигнал. Достаточно глубоко лежало. Какая-то подвеска, что ли, кулончик. Непонятно. Да, вон с ушком. Что-то
облеплена. Надо чистить. Какой-то... Ну да, какая-то бижутерия, вон с камушками там. Со всеми делами. Похоже. В песке надо чистить. Что-то... Тут что-то прилипло. Не отдирается. Давно, походу, лежит. Ну да, какая-то вон подвеска. Ну прикольно, слушай. Хабар-то есть. Даже между моими лунками. Немножко, ну такой слабый сигнал был вообще, глубоко лежал. Я вот сейчас медленно уже хожу. Хорошие сигналы выбил. Так, вроде что-то звенит. Давайте глянем. Давайте посмотрим. Что-то есть. Что-то блестит. Пробка, что ли? Вот она, блин, пробочка. Без пробок на пляже никуда. Никуда. Наш пляжный коп продвигается. 9.49. Какая-то монета. Какая-то монета. Тоже что-то глубоковато лежало. Ранние, поздние. Не, по-моему, слушай, поздние советы. Ну да, что-то типа того. Пятак каких-то 60-х годов, что ли. Ну так, потихоньку иду, вот этот сигнал потихоньку идет. Да, 61-го года пятак. Так, что там у нас? 10.20. Вроде более-менее сигнал. Ой, что-то сигналов давно не было, блин. А, грузило вон. Можно даже не смотреть, не включать. Грузило свинцово. Вот их дофига тут, блин. Хоть бы солнце за тучку зашло. Какой-то сигнал. Что-то мелкое, блин. Ну давай глянем, что там у нас. Ой, блин, включил неправильно. А вон что-то есть. Что-то есть, какая-то фигня непонятная. Шмурдятинка какая-то, блин. Да. Конина, что ли, какая-то, или что это? Не поймешь. Какие-то насечки вроде есть. О, слушай, звезда. Кокарда, что ли? Да нет, какая-то толстая такая, блин. Или закрутка от знака такая здоровая. Ну, он вроде звезда. Сейчас я немножко почищу. В общем, непонятно, но очень интересно. Возможно, это какая-то закрутка от знака. Ну, такая большая, блин, не знаю, что это. У кого какие соображения? Отпишите в комментариях. Что же это может быть такое? Ну, что-то советское ранее, там он из этой... То ли из меди, то ли из латуни сделано. Прикольно. Ладно, ищем дальше. Так, ну что ж, еще один сигнал. Вроде более-менее звенит что-то. Вроде что-то более-менее звенит. А, во, это вижу, монета. Какая-то... А, нет, не монета. Медаль. Ух ты, блин, медаль. Что за медаль такая? Медаль какая-то советская, блин, нифига. Точно. Хе-хе. Вот это да. Надо протереть ее. Ой, красота, блин, надо протереть. Сейчас я ее немножечко ополосну. Посмотрим, что это.
Так, в общем, какая-то всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Участнику всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Ух ты, блин, вот это зачет. Надо будет потом пробить, что это такое вообще, что за медаль такая прикольная. Каких годов, интересно. Вау, красота, блин, вообще. Не, ну сегодня нормально. Я расстраивался, я, блин, ходил. Ну сигналов мало, вообще мало, блин. Офигенно. Так, в общем, зацепил слабый сигнал. Глубина, вон, смотрите, большая, блин, вон. Ну, что-то хорошее звенит. Ну, нормально, в смысле. Сигнал. Давайте глянем, что там нам преподнесет этот сигнальчик моднейший. А ну вот это, да. Что это такое? Фигня какая-то. Да. Медная, что ли, блин, тяжелая. Какая-то шляпа. А звенело-то, да, я думал, блин, сейчас сокровище какое-то. Но фиг там. Фиг-то от бинокля, что ли, или что это? Непонятно. Ладно, ищем далее. О, блин, долго сигналов не было. 15.09. Что-то звенит, но что-то мелкое, блин. Ой, давай посмотрим. Ага. Вот в этом комке, да, что-то есть. Здесь что? Эх, гильзачок от Мосинки, блин. Точно. Гильзач. А так плохо звенит здесь все в этом песке. На гильзачок. В общем, такая тема. Нашел еще пару каких-то гнилых советов непонятных. Что-то погода начинает портиться. Там вот какие-то страшные тучи идут. Там ветер поднялся, надо уматывать. Пока я опять под ливень не попал. В общем, до новых встреч, братаны. Медаль нашлась, хорошо. Еще фотографии приложу, помою. Неплохо, в принципе. Ну и серебрюшка одна попалась. До новых встреч. Может быть, в следующий раз. Там я палку воткнул, чтобы была ответка, докуда исхожена. Я вот змейкой здесь ходил. В следующий раз добьем. Ладно, до новых встреч, братаны. Респект всем прошаренным. Велокоборское это безумие продолжается.